Чики-чики-чики-чики, так-так-так. Чики-чики-чики-чики, так-так-так. Часики идут, часики идут. Часики минуты бегут. Фью. Сначала были неразноцветные мультики. Потом придумали краску. Я их обожаю смотреть. Мультик я знаю. Это когда там, ну, показывают, как ну, реклама, только длиннее они. Ну, их придумали из пленки, которая раньше была. Их рисуют на листке, а потом это все записывают. И появляется мультик, выходит. Их делают производителю. Автор. Ну, если там есть, конечно. Ну, или какая-то, может быть, ну, 2 человека, 3, 4, 5. А, вот, я знаю. Пишут такие 100 листочков, на них картинки всякие. И потом все эти листочки нажимают быстренько. Вот мультики изобрели художники. Их рисуют на компьютере покадрево. Ну, некоторые из пластилина. А некоторые рисуют или делают поделки и просто снимают. И они такие подвижные всякие поделки, рисунки. А пластилины, они один кадр делают и двигают человечка. Дим Димыч рисовал мультик Планолика. Моя там любимая – это Шпуля. Она самая высокая. Фиксиков люблю. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Мультики я обожаю. Мультик – это мой самый любимый. Буратино. Лунтик, Смешарики, Пин-код. Потому что в них чудо происходит. А еще там всякие звери разговаривают. Так когда волк падает в курятник и начинает петь цып-цып-цып мои, цыплята, цып-цып-цып мои. А, нет, не так. Я неправильно сказала. Сейчас я перескажу, как это все правильно. И кому полезет на ножку туфелька, тот будет жениться с принцем. Вот я папу заставляю смотреть самый мультик. Моя мама любит мультики, как и я, Барбоскины. И еще она любит мультики Маша Медведь, тоже как я. Это только мой дедушка любит мультики. Они их ненавидят. Почему? Потому что им важна только передача. Папа вообще кроме работы ничего не умеет. Лёка лежит и смотрит свои передачи. Я люблю только кино всякие. А мой папа только любит все про мотоциклы, больше ничего. Если я не заставлю, то он не будет смотреть мультик.